Еще в 74-м мы предполагали возможность того, что метеор или астероид... Он пил сегодня слишком много кофе. Док, переведите. Наш план состоит в том, чтобы, используя длиннофокусный лазер, довести объект до температуры распада. Это как полить из пугача по товарному поезду. Тут возникла одна идея. Запустить туда аппарат и развернуть солнечные паруса. Получится такой большой навес. Солнечные ветры наполнят эти паруса. Так. Ей-богу, ребята. Тут нужен реалистический подход. У нас всего 18 дней.